Квартирные кражи. Наше время это понятие, когда-то не сходившее с заголовков новостей, как будто уходит в прошлое. На днях два брата из Нижневартовска решили повторить одно из самых популярных преступлений 90-х годов. Но мы об этом расскажем чуть позже, сейчас о других происшествиях. Это Югра, территория безопасности. Я Антон Войтович, здравствуйте. Нижневартовские оперативники задержали крупную партию наркотиков. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что 23-летний житель Иркутска планирует сбыть крупную партию в Нижневартовске. Он уже успел сделать 34 закладки общей массой более 32 грамм синтетического наркотика соль. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину в содеянном. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несколько серьезных аварий произошло в Югре в минувшие праздники. В Нефтеюганске 30 апреля около 11 часов вечера водитель за рулем автомобиля Honda Civic, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. Водитель иномарки погиб на месте, его пассажир с многочисленными травмами госпитализирован. Другая не менее серьезная авария произошла ночью 2 мая в Мегионе. 40-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan также не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Он и его 28-летний пассажир скончались на месте. В этот же день в Ханты-Мансийске в районе археопарка водитель «Мерседеса» столкнулся на встречной полосе с «Тойотой Камри». Виновник аварии погиб на месте, водитель и 5 пассажиров «Тойоты», трое из которых дети, получили травмы разной степени тяжести. Всего за минувшие сутки в Югре госавтоинспекторы задержали 12 водителей в состоянии опьянения, из них трое отказались пройти освидетельствование. 6 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За выезд на встречку привлекли к ответственности 23 водителя и 64 за нарушение правил перевозки детей. В Югорске 32-летняя девушка не смогла пройти мимо открытой машины, а привлек ее внимание кошелек, лежащий в автомобиле. Убедившись, что ее никто не видит, она забрала кошелек, в котором лежали 8 тысяч рублей. За этот легкомысленный поступок ей грозит реальный срок. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. И теперь о краже посерьезней. На днях в Нижневартовске два брата вынесли из чужой квартиры имущество на 90 тысяч рублей. А дело было так. Обычный апрельский вечер, Нижневартовск. Два брата, приняв на грудь изрядное количество алкоголя, гуляли по весенним улицам города. Проходя мимо одного из домов, братья заметили открытое окно. Убедившись, что в квартире никого нет, они залезли внутрь и успели вытащить системный блок, монитор, ноутбук, сотовый телефон и фен для волос. Похищенные они прятали в доме по соседству. В это время хозяин квартиры возвращался домой. Увидев двоих незнакомцев, вылезавших из окна его квартиры, мужчина бросился за ними в погоню. Но злоумышленникам удалось скрыться. Задержаны они были сотрудниками полиции по горячим следам. Задержанные спрятали похищенное сначала в соседнем доме на лестничной площадке, а после перенесли все к себе домой. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Я напоминаю, что наша программа выходит по будням в 17.30, а в субботу вас ждет большой итоговый выпуск в 17 часов 15 минут. Это Югра, территория безопасности. Я Антон Войтович. Берегите себя и до встречи.